Ребята, всем большой привет! Сегодня у меня распаковка бумажных сюрпризов для канала «Бумажный мир». Для Ани я подготовила сквиши, потом адвент-календарь, и также я сделала пакетик. У нее была коллекция «Ожидание из реальности», я решила его повторить. Вот, сейчас мы украсим фон для видео. А украшать мы будем вот такой вот девочкой, а также надписью, вот, бумажный мир. Так, давайте сделаем это. Это у меня все на таком пергаменте. Как же это круто. И давайте мы ее приклеим вот сюда. Это так круто, это вообще... Теперь мы приклеим надпись «Бумажный мир». Вот так. И мы приклеим вот сюда. Вот так. Как-то у меня получилось. Что ж, теперь я предлагаю начать распаковочку. И, пожалуй, мы начнем. Давайте с адвент-календаря. Вот. И начнем мы все по порядочку делать, открывать. Вот. Здесь написано на 100 тысяч, такой бананчик. Такой, кстати, бананчик был у нее в видео когда-то. Потом такой вот, и единорожка. Тоже, кстати, было видео. Так, заговорилась я. А, я не хотела рвать. И здесь мне попалась аватарочка Ани. Вот такая вот. Надеюсь, она ей понравится. Кстати, Аня, если ты смотришь это видео, пожалуйста, отзовись в комментариях. Комментарии у меня открыты, вот. Далее соточку. Как она это говорила. Ой, я думаю, уже догадались все, что это такое. Конечно же, кто знает, что это такое. Это у нас серебряная кнопка Ютуба. Я надеюсь, что она тебе скоро-скоро придет. Вот такая вот кнопочка. Вот. Теперь мы ее также отложим в стороночку. Следующий. Три нолика. И здесь попалась нам вот такая сладкая вата в виде единорожка. Вот такая вот. И зубик. Эти две картиночки были у нее в видео, и они попадались в пакетиках. Вот. Далее откроем пакетик с бананчиком. Что-то как-то все это мы быстро делаем. А я не знала там, что такое. Ой, хоть бы не порвать, хоть бы не порвать. Нет, 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 нет. Ребят, я это порвала. Ай-яй-яй, я хотела это сохранить. Ну, ну ладно. Вот, нам попалась кнопочка подписаться. Ой, нет, нет, это кнопочка «Вы подписаны». Вот. Такая вот кнопочка «Вы подписаны». Это когда вы нажимаете на красную кнопочку, и здесь высвечивается такая кнопочка серая «Вы подписаны». Вот. Я очень хорошо объясняю. Ой-ой-ой. Далее следующий пакетик. Или что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Почему он все так открывается? Далее мне попалось, что же это такое. Давайте сначала на это посмотрим. Здесь нам попалось вот такое сердечко голубого цвета. На камере он какой-то синий, но это голубой. Вот. И это у нас... Объясню, почему сердечко и почему голубой. Сердечко, потому что я очень люблю смотреть «Бумажный мир». И голубой, потому что Аня очень любит голубой цвет. Вот. И теперь посмотрим, что же здесь такое, что же это такое. Ну, это уже, я думаю, вы поняли, это надпись 100 тысяч подписчиков. Такая надпись. Вот. Долго ждала эту цифру у тебя на канале. И что же нам здесь попалось? Ой, это же что-то маленькое. Это последняя ячейка с единорожкой была. Как вы думаете, что это такое?
Это вот такой вот колокольчик. Кстати, у меня он тоже активирован на канале Бумажный мир. Вот. Итак, сейчас мы уберем этот адвент-календарь уже пустенький. Вот. И мы приклеим все вот это вот, все вот это вот на этот листочек. Предлагаю начать с аватарочки. Вот такой вот. Мы ее приклеим. Так. Мы приклеим эту аватарочку вот сюда. Главное тут не напортачить. Вот так. Далее мы приклеим кнопочку подписаться. Я всегда путаю. Эта кнопочка вы подписаны. А что такое? Итак, мы приклеиваем. Давайте вот сюда приклеим. Далее мы приклеим колокольчик. Так. Ребят, спустя 100 лет я это сделала. И мы приклеим вот сюда. Вот так. Далее мы приклеим, давайте, вот эту кнопочку. Это серебряная кнопочка Ютуба. Ой, а не надо. Вот так. Приклеиваем вот сюда. Вот. Далее мы приклеим вот эту надпись. 100 тысяч подписчиков. Ура. И мы приклеиваем вот сюда. Вот так. И теперь мы приклеиваем вот так. Ой. Теперь мы приклеиваем в серединочку. Сердечечко. Да-да-да. Вот мы приклеим это сердечко вот сюда. Теперь мы приклеим единорожку в виде сладкой ваты или наоборот. Да, все наоборот я сказала. Это сладкая вата в виде единорожки. Вот. Мы приклеиваем вот сюда. И последний это зубик. Ага, это просто. Так, мы приклеиваем вот сюда этот зубик. И вот такая страничка у меня получилась. Я потом ее украшу. Скорее всего, голубым цветом, чтобы было красивее. Вот такая страничка. Теперь мы переходим. Давайте мы откроем сначала сквишек. Вот так. И мы его сейчас, эту коробочку откроем вот. Кстати, она была такая. И здесь мне попадается сквишек. Это я выбираю. Вот. Вот такой вот сквишек мне попался с логотипчиком Аниного канала. Вот такой вот он сзади. И вот такой вот так. Вот такой вот. С ним можно играться. Вот такой вот сквишек. Мне попался. Давайте я это пока что уберу. Ой, как это все красиво и сочетается. И последний пакетик с ожиданием и реальностью. Как вы думаете, кстати, что нам тут попадется? Здесь нам попадется что-то. Сейчас подскажу. Кругленькое. И внутри тоже кружочек. Только я не знаю, как открыть. Ну что такое? О, ребят, я нашла насечку, только которая порвется. О, я думаю, вы поняли, что это. Ой-ой-ой. И здесь нам попался вот такой вот пончик. Вот такой вот. Вот. Если Аня там напишет что-нибудь. Если Аня напишет, я закреплю ее коммент. Вот. И мы, наверное, все-таки приклеим. Мы приклеим этот пончик сюда. А это зубик. Зубик мы приклеим все-таки сюда, наверное, да? То есть там чуть-чуть было липко, поэтому он не отклеится. Вот.
Такая вот у меня получилась. Все вот так вот у меня уютненько получилось. Со сквишиком, как полагается, да. Вот. А я надеюсь, что это видео посмотрит Аня. И я надеюсь, что я выиграю. Пишите в комментариях, как вам это видео. И всех люблю. И пока-пока.